Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня битва гильдий. И, честно говоря, надоело там бегать какими-то трешечковыми составами. Интересно сейчас потестить, просто выпустить героя в лоб и посмотреть, смогут ли они затащить или нет. Ну, конечно же, с космо. То есть вариант хочу такой потестить, посмотреть. Сольют, не сольют, как я вам показывал, смотритель сливает абсолютно любую прокачку. Какой бы у вас она ни была, то есть сливаются абсолютно все герои. Так, окей. Ставим сюда ремочки. Ворожай тоже уже топовый. Интересно, сколько он будет хилить. Так, Анубис. Ну, хотя Анубис, в принципе, беспонтовый, честно говоря. Ну, опять же. Тактика слива в лоб. Так, Седнушка. Тоже ставим ремочку. Ну, вроде как бы все. Без питомцев. То есть чисто атакуем в лоб. Так, 436. 428 самый мелкий. Так, окей, значит, бьем отсюда троих. И оттуда двоих. А что это он с тыквой? 21-я тыква. Ну ладно. Пусть будет так. Тыква, так, тыква. Но опять же, видите, я сейчас воюю против Фрей. У меня Фрей, кстати, нет. Это может очень печально закончиться для меня. И все к этому ведет. Посмотрите, что делается. 79%. Тактика просто тупо в лоб идем. Ну все, походу, это слив. Как видите, против Фрей нет приема. 108 тысяч, нифига себе. Нехило так, нехило, я вам скажу. Хотелось, конечно, чтобы затащили, но ушатали только так. В принципе, у меня герои с наживами. Надо все-таки будет потестить в следующий раз СО и каменку. Такс. Ну что, первый слив есть. Хотя и так я, в принципе, максимум выбью. 3200 дает. Поехали тут. Опять затестим топа. Опять без Фреи. Ну, Фрея, как видите, просто тупо издали ушатывает. Хотя сейчас у меня неплохо блочит. Посмотрите, как Космо офигенно блочит. Просто чудесно. А, сейчас я буду ржать, если опять сольемся. Это, конечно, будет реально смешно. Смотрите, вот смотритель, просто тупо один смотритель, и он шатает. Жесть, конечно. А, все, огника мы слили, но тут уже... Но, как видите, космос сливается на ура. Просто миллион жизней, и космос сливается все равно. Вот вам что творит смотритель. То есть тут просто жесть. Какая бы у тебя ни была там прокачка, один смотритель может всех твоих ушатать. Так, ну тут попробуем через Фрейку опять же забежать. Вытаскиваем Фрею. Вот когда Фрея сбоку стоит, это 100% она сливается уже. Так, а ну-ка интересно посмотреть, какой там будет все-таки отхил. 123 тысячи, неплохо. Вот сейчас тоже, кстати, красиво космос работал. Заблочил и все. Вот так вот должны проходиться они. Хотя, видите, раз на раз не приходится. Все-таки против Фрей приемов еще нет. Так. Где тут? Вот она.
На Фрей отлично разгоняться. Уже не раз показывал. Это как-то вообще слабенько. Так, отлично. И вот этого топа. Вот и вся битва гильдий. Даже со сливом. Вообще пофиг. Так. Ну вот, казалось бы, блин, топовые прокачки, и все равно я сливаюсь. То есть, ну, конечно, опять же, смотря откуда зайти, мы могли и первую попытку не слить, но вы сами видели, что это рандом. Забежал, набрал 50% и все. Или свыше 50, а дальше может просто разобрать. Вот так вот. Все равно, даже со сливом 9115. Unreal, конечно. Так, окей. Окей, окей, окей. Надо еще собирать акции. И тут у нас надо Кенди убить. Ну, давайте попробуем Кендюх убить. С водушками, конечно, получше было бы, ну ладно. Какая жесткая Кенди. Блин, сколько у нее там жизни? 10 миллионов, что ли? Жесть. Так, забираем плюшечки. Кстати, неплохо камни дают. Нравится. Чтобы такие акции были почаще, было бы реально круто. Так, лаба понятно. Это на трату. Поехали, пооткрываем сундучки, посмотрим, что мы сможем вытащить. Кенди. Психощит. Кстати, отсюда единственное, где еще падают первые психощиты. Тыковка, орк, призрачный, дракос, Сантабу. Что-то, кстати, награда не очень. Бигфут, Асура. Но бига и так можно получить. За 1200. Гарпия. Ну, неплохо герои падают, конечно. В принципе, на английском сервере всегда в этих акциях было больше всего наград. Это герои. На русском расходнике здесь герои. Ну, они тут и так копейки стоят, в принципе. Укротитель, Валька, Кенди, Тыква, Триантик, Дракос. Так, Dusk Knight. Так, тут мы, по-моему, все позабирали. Да, тут мы все забрали. Покер, поехали. Вот это тоже, кстати, интересная акция. Комбинация отыгрывать. Отлично, у нас уже есть поинтереснее попытки. Так, 5-5. 3-2 ловим. Ну, в смысле 3-5, я имею в виду 3-2. А по картам эта комбинация очень-таки часто выигрышная. С того всего, что я перепробовал. Сейчас проверим.
Походу ее тоже пофиксили. Раньше она получше падала. Попробуем опять ее собрать. Так, семерки есть, тройка есть. Ну теперь 3 или 7 нам надо словить. Вот видите, довольно-таки неплохо падает. Опять делаем сдачу, валет, дама. 8-5, ну, ловим тройку или пятерку. Вот опять. Третий раз забрали. Пробовал мастерну собрать. Нереально, ребят. Один раз только так повезло. Так, ну чё, будет еще одна такая попыточка. Да, вот видите, это верняк. Два, три, 10. О, ничего себе. Вот так вот даже. Даже так. Радует, радует это. Я думаю, уже на этом все. Больше нам не повезет так. Нифига себе, ребят. Ну вот так вот. Не знаю, у нас там куча плюх. 60. Нам сейчас еще, наверное, придет. Сейчас мы потеряем камни, кстати. Они пропадут с почты. Вот так вот всякой фигни натащили. Показываю вам фокус-покус. Итак, еще плюс 40. Награда уже с покерматчера. Интересно, будет еще плюс 40 третий раз или нет? Не, все. Больше, к сожалению, нет. Бум. А, у нас сегодня ничего себе. Ничего себе, вот такие вот плюшки даже есть. Все, пишите комменты, лайки, репостики, сливной видосик. Но зато, чтобы вы понимали, когда вышел смотритель, все стало еще печальнее. Тактика в лоб. Это, возможно, 100% прохождение. Возможно, еще и слив топовыми героями. Вот так вот. Все, всем удачи, всем пока.